Всем привет, дорогие друзья! Если вы думаете, что поиск в лесу – это обычная увеселительная прогулка, то вы глубоко ошибаетесь. Берцы, противоклещевой камуфляжный костюм, перчатки, кепка, за спиной рюкзак с провизией, термос с кофе, в левой руке лопата, в правой поисковый прибор, две видеокамеры, радиостанция, нож на поясе и пинпоинтер, а это не все принадлежности, которые мы берем на поиск, все это слегка давит на организм. А если учитывать, что мы заходим в такие дебри и пробираемся через кустарники, преодолевая крутые подъемы и спускаясь в распадки в поисках поселений, то я скажу вам, что в конце поиска вы будете как выжатый лимон. Но все это, как говорится, мелочи жизни, ибо когда начинают звучать приятные цветные сигналы, все эти невзгоды просто пропадают, и находки радуют глаз, а иногда и просто удивляют. О, ребята, смотрите, очень интересный артефакт. Почему? Потому что надпись 22 июня 1942 года, друзья. Ровно год назад, до начала войны, а немцы уже через год были у нас здесь, в гостях. И трескали вот такие сардины. Ну, наверное, я ее заберу. Опять же, отдам в музей. Хорошая такая вот история. А вот еще, ребята, это уже немецкая пуговица. Сохран отличный. Забираем. О, ребята, смотрите, запчасти от гусениц, ну, траки, не знаю, но судя по тому, что находки-то по войне, по немцам, возможно, что-то да и ихнее, что-то там вон 40 написано, даже вижу. О, слушай, а на них и клейма есть, один, вон 40 вижу, вот еще. О, с табличкой даже с какой-то. Ну да, трудно определить. Все ржавое. Там, говорят, еще кучу нашли. А вон еще кусок. О, видишь. Ну, не тащить же в музей. А теперь, ребята, вот гильза Мосинка. От винтовки легендарной. Во, ребята, смотрите, находка какая. Ну, в принципе, часто встречается. Колокольчик на корову вешался. Ботала? Да. Говорят, называется ботала. Или ботала. Даже кожа вон еще сохранилась. Ну да. Интересно. Берем. Во, ребята, ну такую пуговицу в таком сохране я ни разу не поднимал. Отличная пуговица, прямо вообще. С надписью «Мос штамп». Берем в копилочку. Друзья, под корнем сигнал, там вон ребята уже полчаса его пытаются выкопать. А я этим временем наперсточек поднял, вот такой вот, видите, да? Хороший. Ну, потом посмотрим, что там у них. Да, друзья, короче, полчаса вот под этим корнем. Но все равно зачетно. Фибула, ребята. Часть, да, часть фибулы. Нету иголки. Но почти целая. Вот такая интересная штука, ребята. Мы уже такие находили. Это накладочка. Серебро вот с таким вот завитушкой. Отлично. О, ребята, иду. Пипи. Ну, думаю, ладно, шо пипи. Вот тебе и пипи. Классная отвертка. Это вот, ну, говорят, ребята, с клапана сделано. Очень твердый металл. В хозяйстве пригодится. Берем. О, ребята, нож, друзья, нож. Вот такой заточенный с одной стороны. Сапожный. Да, сапожный нож. Ручка, конечно, умерла. Ее не бывает. А колечко-то осталось, видишь?
А как, вот так? Да, да, да. Ну, тоже пойдет нормально. 17 век. Солнце перевалило за полдень. Пора, ребята, кушать. Ну, как всегда, у нас тут всякие котлетки. Ну, конечно, МВД России, кажется, да, присутствует. Курочка ряба, малосольные огурчики, сальцо, колбаска, печеночка тут. Ну, все, короче, есть. Покушаем, дальше пойдем. Как обычно, ребята, под конец копа выпадают вот такие интересные штучки. Наши ребята сидят, курят. Завидуют. Тихо завидуют, друзья. Смотрите, какая подвеска вылезла. Серебряная. Офигеть. 11 июня 1876 год. Вверху какие-то инициалы ЕЦ, по кругу надпись. Непонятно. А с этой стороны тоже надпись и еще что-то там такое. Люди какие-то. Подвеска целая, даже вот с такой штучкой. Забираем. Потом сфотографирую, помою, покажу. О, ребята, кайф, родничок, холодненький, холодненький, вообще красота. А что, ребята, думаете, так легко по лесу ходить? Фу, перевалы, всевозможные подъемы, спуски, коряги, деревья. Фу. Да плюс жара, духота, ветра нету. Но находки радуют, ребята.